Merry päivät. Merry kaupunkijo. Хочу идти. Санкт-Петербург, Таллин, Хельсинки, Стокгольм. Мито, Вито, это газ. Это новый скандинавский регион. Йоу, прибавляем бас, ощущаем жим. Жестокий февраль, 2-0-1-1. Мы познакомились с ней, как говорят по работе. Она нашла мое рекламное агентство, сидя в Йоте. Она looking for job, я предложил приехать. Встретились без эмоций, че там греха таить. Решил не приглашать ее в прокуренный офис. Решил совместить с походом на уличный фитнес. И делал подходы, задавал ей по ходу вопросы. И вдруг превратился в мальчишку из босса. Что-то похожее на то, когда в старших классах тебе вроде бы стыдно, а вроде бы классно, если сажают за парту с красивой девчонкой. Такое вот было у меня чувство тонкое. Пару фоток и видео снял об этом событии, ее, ну чисто типа как память на мобиле оставить. Без результата расстались, и я забыл о ней быстро. Потом у меня был концерт внезапный, как выстрел. Вспомнил, как она хотела мои песни послушать. Пригласил, она приехала с подругой Клушей. Я точно помню, как мне было параллельно глядеть на огонек ее сигариллы. Я не люблю людей, которые все еще курят. Это не модно, это приближает наш день судный. Прошло 2 недели, у меня был праздник, круглая дата. Мне слегка за тридцатник. И так как не с кем мне было посидеть и выпить, набрал ее номер и начал словами сыпать. Пару фоток и видео, да ведь ты мой, снял об этом событии, ее, да ведь туа, ну чисто типа как память, да, на мобиле оставить. Еду навстречу к ней, опаздываю жестко. Она мне звонит, строчит смс-ки ловко. Пересеклись в кафе, она опять с моральной поддержкой. Йоу. Очень хочет есть, принесите горячее, девушка. Йоу. Зима, тяжелая дорожная ситуация. Предложил поехать. Зима. На коньках покататься я. Но Йоу. В этот час, как назло, все катки закрыты. Прошиваем Йоу. Районы, подруга наконец-то слита. Йоу. Совершил попытку контакта, потерпел фиаско. Везу ее домой, подбитый электроданцер. Работаю таксистом, короче, в свой день рождения. Такие вот они, то ли девушки, то ли видения. Лодка. Пару фоток и видео. Снял об этом, событие, ее. Лодка. Ну чисто типа как память. На мобиле оставить. Лодка. Пару фоток и видео. Снял об этом событие, ее. Лодка. Ну чисто типа как память. На мобиле оставить. Сказал, что планирую заехать в супермаркет. Она загорелась вдруг, как Жанна д'Арке. На тележку с продуктами взгромоздилась забавно. Смотрела по сторонам, искала своего бывшего парня. Вот тут я понял, зачем она сюда поехала. Сказал, как есть, но вроде ничего, проехали. Приехали, у парадной спросил поцелуя. И тут нарвался на грубость ужасную такую. Ты мне не нравишься. Она мне заявила прямо, я ответил, не хочу навязываться. Стало быть или не быть, решаю я всегда не по-детски. Ушел и через час получил смс-ку. Прости, если обидела, но и ты меня пойми. Мне сейчас не хочется никакой любви. Как друг, ты очень хороший. С днем рождения, Сережа. Мито, я был взбешен, но решил, что надо попробовать. По работе мне надо было модель отфотографировать. И раз уж она нас деловито назвала друзьями, я набрал ее номер, вооружившись рублями. Она согласилась, на съемках было много нескладного, но в целом отработали, как с Наташей Водяновой. Договорились продолжить дальше наше общение. И я свалил за границу немного пожить, как растение. ICQ, Skype, да, она мне писала. Молодежная лексика ее душу умело скрывала. Но в один из дней, и бац, подруга, ты бредишь. Как здорово, что ты уже так скоро приедешь. 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 И вот я снова в России, и у нее предложение. В крытом парке на роликах ночное передвижение. Она хотела спать, была после работы усталая, но наплевала на все и меня заставила. Мы держались за руки, я ее беспардонно щупал, и все было просто нереально круто. Накатавшись до одури, мы договорились и дальше встречаться по средам, не становиться старше. Потом пошли кататься на машинках игрушечных. Там было темно, но опять на выстрел пушечный. Я не был допущен и, соображая туго, услышал фразу: «Я отношусь к тебе как к другу». И в этот момент я настолько сильно расстроился, что заявил: «Друг хочет домой успокоиться». И тут же она, будто свет, отключилась, ушла глубоко в себя, никак не объяснилась. Мы быстро оделись, дошли до холодной машины, и я повез ее к дому на перекрестках, стирая шины. Я извинялся, пытался прояснить ситуацию, она улыбалась, не выходя из прострации. У дома она просто сделала шаг из салона. Я почему-то запомнил, на часах было 1:30, и больше ее я ни разу не видел. Остались на память пару фоток и видео.
пару фоток и видео. Снял об этом событие, но чисто типа как память, на мобиле оставить. Пару фоток и видео. Снял об этом событие, но чисто типа как память, на мобиле оставить. Мито Вито. Пару фоток и видео. Энумера Мито Витуа. Витон Пеле. Вот и все, что оставила. Минора Костасинуа. Просто сделала шаг из салона. Энумера Мито Витуа. Витон Пеле. Вот и все, что оставила. Синая Тракоста Минуа.